Всем большой привет! Меня зовут Наташа Гром, я очень рада видеть всех вас снова здесь. Сегодня мы снимаем, вернее, я снимаю новогодний хол, как я и обещала, что это будет ближе к Новому году. Новостей у меня не так много, но как вам моя елка? Это пихта, она очень прикольная. Я сниму отдельное видео по поводу елки, как она покупалась и все, что с этим связано. Вот. Но сейчас я просто хотела бы показать часть новогодней канцелярии, которая куплена в фикс-прайсе, и рассказать про свой новый рюкзак. Он на самом деле офигенный, он мне очень нравится, и я хотела его купить, наверное, года 3. Итак, начнем с того, что в одном из видео я говорила по поводу того, что у меня нет игрушек новогодних, это правда. В фикс-прайсе я купила вот такие вот шарики. Я надеюсь, вам видно, и они уже котик походил по ним. Вот, ну, такой набор купила. Ну, главное то, что они не бьются, и с ними ничего такого нету. В общем, ну, мне они кажутся очень прикольными, милыми. И там еще где-то в коробке убрано там штук 5 или 6 вот таких вот. Потому что у меня кот, и когда, если елка упадет, или он зацепит, или еще что-то, они не бьются, то есть они, как это вам сказать... Из такого странного материала сделаны. Сейчас попробую открыть. Вот они запечатаны-то, а? Блин, как они запечатывают все это? Я не понимаю. Ё-моё. В общем, ладно, пока есть время, покажу все остальное. Вот такой замечательный блокнот. Он выглядит как книжка. Мне очень нравятся такие штуки, в которые можно записывать какие-то свои вещи, мысли, которые выглядят как книги в мягком переплете. Ну, мне такие очень удобные. И это как раз-таки, знаете, такой новогодний блокнотик. Он очень прикольный. На 128 листов. Красивые шариковые ручки, такие какие-то новогодние. Я просто, ну, не могла найти, их не было. Зато я нашла еще вот такой вот тетрадку. Видите, 55 рублей. Сейчас я открою. Я надеюсь, что я это быстрее открою, чем все остальное. Погодите. И она переливается. Обычная тетрадка в клетку, и она вот так вот круто переливается. Я не знаю, видно там на камере, не видно. Мне очень нравятся такие объемные изображения. Голограмма. Видите? Вот. Что еще было куплено? Также я купила, наконец-таки купила а-ля флеш-тату. Они вот такие вот. То есть я чувствую, с завтрашнего дня я буду на себя налепливать. Ну, они здесь указаны как картинки, как переводные картинки для тела. Но вы же знаете, что хоть мода и ушла на флеш-татуировки такого плана, но, блин, они такие клевые, на самом деле, что... Мне просто захотелось, просто тупо захотелось. И вот серия вот таких вот тарелок новогодних со снежинками. И, кстати, они сделаны у нас в Подмосковье, представляете? То есть это не какой-то Китай и ничего в этом роде. Еще, я думала, еще потом докуплю, но это как раз-таки на новогодний стол. Что еще? Сейчас я вам покажу рюкзак. Рюкзак, который я просто года 3, наверное, хотела купить. Я его наконец-таки купила, и все это происходит перед Новым годом. Но у меня еще есть зимняя обувь, она очень прикольная, это Изабель Марант, и сейчас я вам покажу. Понятное дело, что это не тапочки, я просто любую обувь называю тапочками. Ну, мне они очень нравятся, серьезно, они такие мягкие, удобные. Еще даже еще ничего не доставала, только померила их и все. Вот. В принципе, как бы я приходила в фикс-прайс, я, честно говоря, я не люблю фикс-прайс, потому что там, ну, что по мне, я считаю, там очень маленький выбор. Если бывает выбор хороший только из канцелярии, но канцелярия, к сожалению, была вся разобрана, кроме вот этого вот, как бы больше ничего нормального там не было, серьезно, то ли это перед Новым годом, то ли еще какая-то фигня, но, блин, все разобрали, честное слово. А это мыло. Я понимаю то, что это абсолютно не новогодняя покупка, но мне так захотелось купить именно такое вот клубничное мыло, что просто не оставалось другого выбора.
А это специальные чехлы для бутылок. Как видите, очень хорошо и очень здорово помещается туда сок. И очень удобно и очень красиво это будет стоять на новогоднем столе. Я это все заказывала с eBay и заказывала очень давно, чтобы покупка успела приехать вовремя. Такой вот рюкзак. Ну и про него я буду рассказывать отдельно и покажу тоже отдельно. О таком рюкзаке я мечтала 3,5 года, потому что нигде не могла найти именно такого размера, такого качества по коже и такой расцветки. Да, это очень странно для меня, то, что я покупаю вещи розового цвета, но он дико здорово смотрится в реале и очень-очень красивый. И очень удобный, кстати. И нет такой проблемы, что ты что-то ищешь, как в обычных женских сумках. То, что это видео получилось, скорее всего, таким коротким, но хол я вам обещала, я это сняла, сделала. И также хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Вот, и я еще думаю то, что будет еще пару видосов. Спасибо большое, то, что остаетесь со мной, то, что подписываетесь на меня. Я вас всех очень люблю. Всегда ваша Гранатаж. Пока!